группа «Юниор-2». Шестое место. Андрей Зернятко, Алина Тимошина, Минск «Диамант», тренеры Дмитрий и Алена Сотниковы. Строчкой выше в итоговом протоколе пара под номером 117. Андрей Филипенко, Юлия Овдова, Минск «Танго», тренеры Павел Ярцев и Марина Мосты. На четвертом месте Леон Легкоступов и Амелия Шойженко, Витебск, Элита, тренеры Роман Легкоступов и Екатерина Бурдинская. Бронзовые медали пара под номером 137. Михаил Мороз, Анастасия Борискова, Минск, Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотниковы. Серебро. Пара под номером 136. Матвей Шеремет, Светлана Скоротович, Минск, Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотниковы. И победу в этом финале одержала пара под номером 132. Николай Черняк, Мария Самойленко, Минск, ВПТ. Тренеры Елена Копенко и Дарья Зубова. Медали, дипломы и, конечно же, кубок нашего турнира. Все для победителя. Кубок. Подвиг высоко.